Привет всем любителям исторических драм. Предлагаю прослушать обзор к турецкому сериалу «Право на престол» Абдулхамида, 4 сезон. Но для начала подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. Для вас это пару секунд, а для нас огромная поддержка. Это турецкий сериал «Право на престол Абдулхамида» впервые был представлен в 2017 году. Проект стал популярным не только на родине, но и в других странах, в том числе и нашей. Среди наших читателей есть немало фактов этого турецкого исторического телепроекта, которые с большим интересом следят за развитием событий. Все они с нетерпением ждут выход каждой новой серии на русском языке. Дата выхода 89-й серии турецкого сериала «Право на престол Абдулхамид» запланирована на 13 сентября 2019 года. С русской озвучкой эпизод появится через несколько дней. Информация о сериале. Производством телепроекта занимается компания ЕСФИЛ. Режиссерское кресло занимает постановщик Сердар Акар. Сценарий написал драматург Осман Бодур. Премьера этого исторического сериала состоялась в феврале 2017 года на канале ТРТ. На данный момент проект насчитывает 88 серий. Описание сюжетной линии. В сериале зрители увидят многие исторические события, которые происходили во времена правления Абдулхамида II. Этот последний правитель из Османской династии прославился своим жестоким консерватизмом. Абдулхамид II считается одним из самых влиятельных султанов Османской империи. Ему досталась растерзанная разногласиями, притесняемая внешними и внутренними врагами страна, которую он умело взял под управление. Несмотря на сложную ситуацию, у этого человека получилось поднять экономику и социальную сферу страны на качественно новый уровень. В сериале зрители увидят как его политическую жизнь, так и личные перипетии его семьи. Главные роли. Бюлент Инал, Озлен Чонкер, Селен Остюрк, Акин Акинёзю, Эзги Эюбоглу, Сайгин Сойсал, Умут Курт и другие.